Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 815. События дня. Псалом 33:19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. За 8 марта 2018 года. Притчи 22:10. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Иисус Навин 11:20. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот так. Рустам, община для православного христианина – это питательная среда, где можно и нужно развиваться в Церкви Христовой. Или же кисть виноградная. А сейчас каждая ягодка отдельно рассыпана по всему земному шару. Среди изюма это в лучшем случае или вообще в блевотине лежит. Игнатий Тихонович, мир вам! Как держать себя в смиренномудрии постоянно? Это зависит от рождения свыше? Конечно, только от этого зависит. Стержень мой смиренный, но когда я без сил, бывает, дурные мысли приходят в голову. Вот исповедуется все время. Наверное, отдохнуть надо, так как кручусь, как юла, и сил еще не набрал. На износ себя выжимаю по максимуму, ведь я глубокий максималист. Ладно, не буду вас тревожить по мелочам. Если будет время и силы у вас, а также желание, буду признателен, если вы за меня помолитесь. Так как я послезавтра отправляюсь в Италию. Дорога сложная, через Россию. 2 самолета, автобусы и поезд. Слава Богу за все. Дай Бог вам здоровья и жизненной силы, чтобы вы еще послужили для Христа и всех православных христиан. Игнатий Тихонович, вы меня чипировали. Теперь я бороду не могу тронуть бритвой даже, мысленно. И сидя за столом, не представляя нарушить пост. Ну, зазомбировали, явно же. Игнатий Лапкин, будь спокоен, мы молимся о вас всегда. Гусейнов Рустам, спаси Господи, и я молюсь за вас и вашу общину, и за всех православных христиан каждое утро. Наталья Усатая, отец Игнатий, какой хороший ролик. Я об этом рассуждала, этих ересей в Германии, как океан топящих людей. Утопия и как с ними бороться, много приходит к ним людей, и все они вне церкви. То есть вчера, что мы с Юрием Соболем беседовали, она на этом ролике там называется, как ереси рождаются. И так быстро размножаются и живут хорошо. Все эти люди примут Антихриста, а не Христа. Слава Христу за ролик, о том мне спрашивать неудобно. Из Германии один пишет. Германия. Игнатий Тихонович, посылку с книгами получил 7 марта. Дошла за 3 недели. Еще раз огромное спасибо. Храни вас всех Христос. Ну, вот, которые нападают или другие, это в интернете. Ну, кому они напишут? Какие книги? Их и нет ни у кого книг. Ни у Смирнова, там по порядку переберем всех. Что он пошлет? А ты из Германии. А ты относил, и тебе благодарность. Ну вот некоторые получили книги, а он не прислал еще фотографии. А вот здесь двое прислали. Вот получила Новый Завет и Крестного Православия. Это Краснодарский край, кажется, через Галю Загуляева. Она ей знакома или как-то там везде смотрит, очень радостная. Вот так. Я взял две, ну видно, что. Вот и вторая, это Митрохина, я показывал, кажется, ее. Да. Вот так. Тоже. Сколько у людей радости, это даже не выскажешь. Так Бог делает. Позволил книги написать. Голубь не подкаблучник, знакомится с голубкой и берет власть над ней. Это вчера я ролик такой поставил, много посетителей было. Анастасия. Достраивает храм в Тбилиси. Отец Наум Израилевич.
крестник Игнатия Тихоновича. Евгений Тропко. Здорово. И у нас бы так построили. Но храмы такие не для туристов, для бизнеса, а для общины. Анастасия. Внутри делают надписи Священного Писания. Все знает, но девчонка, да еще интересно. Пока сделали только одну. Придите ко мне все труждающиеся. Другие еще не подобрали. Отец Наум передал просьбу в чат, что предложили еще цитаты, которые бы написать в храме. Еще попросил озвучить его предложение. Говорит, что ему кажется сложным в занятиях по слову читать толкование Фифилакта Болгарского, так как очень много информации и тем затрагивается. Предлагал более по темам останавливаться. Ну так нельзя, что людям сложно, когда переведено, но у него там грузины, они... Ну, переводите или как там делаете? Этот-то говорил, перед какой паствой-то Феофилакта? Он же грек, диакон был, и проповедовал-то и в Константинополе. И люди слышали, а теперь переведено на все языки, какие тут были. Я вот в университете сколько преподавал в разных университетах, и все по Феофилакту, и все эти годы везде, и только по нему. И никогда не думал, что кому-то трудно. Трудно, так что теперь, принижать ниже нижнего. Евгений Тропко. А так что-то корючки написал-то по-еврейски. Пусть подобную надпись на иврите сделают. Икону подберут иудейского типа. Не знаю, можно ли у них так. Анастасия. Они по-грузински пишут. Надпись хорошая. Только вот смысл именно, чтоб человек понимал, что читает. Мне восточная архитектура очень нравится. Ксения Юрова. От Иоанна Святое Благовествование, глава 3, 16 стих. Это она предлагает, чтобы, ну, надо, видно, выйти на отца Наума-то, и чтобы написала так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Правильно, очень даже. От Иоанна Святое Благовествование, глава 12, 48 стих. «Отвергающий Меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Длинные, но очень понятные стихи. Я тоже за это. Евгений Тропко. Анастасия, думал, тебе в личку пишу, а пишу в группу. На иврите написал. Иешуа Мессия, сын Давидов, царь Израилев. Ну, еще это даст. Ничего, никакого здесь. Ну, верую и верую там. Не надо это. Евгений Тропко. Отец Наум из евреев. Пусть и о своих грузинских евреев поревнует. Не все еще в Израиль вернулись. Напишу отцу Науму. Ревнуйте, отче Наум, о своих сродниках по плоти, как делал апостол Павел. Или как мессианские евреи любят апостола Павла называть Ребе Шауль, Рави Саул. Интересно. Павел себе даже послание Павла, не Саула, а это, то есть обращение его, Ребе, это Рави, ну как же они признают-то? Признают его до обращения, и тоже Шауль. Анастасия, наш отец Сергий рассказывал, как он целую семью еврейскую покрестил. Дедушка, переходящий в православие, все ему говорил, не предаю ли я таким образом веру от своих отцов? А отец Сергий отвечает, а кем были апостолы? Кто учение о Христе разносил по миру? Не ваши ли праотцы евреи? Это в первую очередь ваша вера. Евгений Тропко. Я Игнатию Тихоновичу сегодня писал о старообрядческом епископе в Израиле, епископе Иакове Барреле. Он литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого на иврит перевел, в надежде, что в Израиле образуется православная израильская церковь, которая будет служить литургию на иврите. Пока что, кроме него, других переводов не встречал. Он как первопроходец. Он мне такую фразу сказал, когда я его последний раз видел. Как старец Симеон ожидал грядущего Мессию, и было обещание, что не умрет пока, что не увидит грядущего. Так и этот епископ Яков подумал о себе, что может Господь продлит ему годы жизни, пока он не увидит,
как литургия служится на еврейском языке полностью. Задача там обратились, не обратились, а главное на иврите. Это старобрядцы прямо. Не знаю, доживет ли он до этих дней. А ему 80 с лишним лет уже. Русская духовная мессия в Израиле не ревнует о литургии на еврейском языке. Им церковнославянского хватает. Греки думают, как бы греческую Византию сохранить. Угу. Наталья Усатая. Он ставит ролик один и дальше говорит. Красивый язык. Слушая псалмы с транскрипцией, можно и на иврите выучить. В Германии есть католики, которые молятся на иврите. Анастасия. Ничего себе. В этом исполнении произносят четырехбуквенное имя. То есть правильная транскрипция или нет? Анастасия. Это неизвестно. Как правильно произносить, никто не знает. В иврите нет гласных. Гласных нет, ни одного. Представь, Володя сейчас ВЛД, ну еще... Нет, ни одного гласного вообще. Сократить, чтобы меньше было бумагу, евреи. Потому прочитать слово можно по-разному. Сейчас тетраграмму мато не стоят огласовки так, как свидетели башни произносят. Но эти огласовки раньше не писались. Потому иудеи его не произносят. Ну и, конечно, строгость соблюдения третьей заповеди. Наталья Усатая. Ничего себе! А как понять, правильно ли прочтенный стих? Есть словарь? Google-переводчик правильно переводит? Анастасия. Сейчас в основном литература с согласовками печатается. Но вот свитки писаний без. Просто знать, как читается, и знать, что за слова... А Google-переводчик любой язык может коряво переводить. Наталья Усатая. Это да, я заметила. Плохой перевод на всех языках. Анастасия. Символ веры на иврите. Очень красиво звучит. А тут правильный перевод. Анастасия. Это Женя. Я через слово понимаю. Наталья Усатая. Да, это притча Соломона 9.4. А в аудио есть символ веры. Чтобы проверить произношение слов, я сохраню и попробую выучить. Андрей Побежан. Скажите, пожалуйста, почему в последнем времени много рекламы появляется в группе? Можно как-то запретить? Анастасия, я не встречала. Как будет время, постараюсь записать аудио. Если она про то впереди, что говорится. Скажите, пожалуйста, почему в последнее время много реклам появляется в группе? Можно как-то запретить? То есть она его считает. Думаю, это из-за функции добавления в чат по ссылке. Спам лезет. Наталья Усатая. Благодарю, Анастасия. Спаси Христос вашу семью. Андрей Побежан. Такие пошлые картинки пошли. Наталья Усатая. Я эти рекламы сразу блокирую, а вы их не открывайте. Андрей Побежан. Я не открываю, у меня на ПК показывают плохих девушек. Наталья Усатая. А с телефона ничего нет, только сообщения. Вот когда тут какая-то Инга написала сообщение, потом пошли эти рекламы, чтобы сребролюбца поймать на удочку или те, которые любят, чтобы деньги падали с потолка. У меня сразу показывают в телефоне, если это вирус и блокирует. Галина Загуляева. Мир вам, Игнат Тихонович. Фловер. Флава, цветок. Написала мне Финаева Лидия Николаевна. Еще раз очень благодарила за высланные книги и по моей просьбе отправила для вас фото. Вот я показывал сейчас. Игнатий Лапкин. Спросите, не разочарована ли она? Когда она открыла книги, какое у нее было чувство? Мне это очень интересно. Мне это интересно знать. Валентина Сартисон. И все-таки по разные стороны баррикад. Это Роман написал мне. Ничему полезному не научился и не взял. Супер утертый. Упертый. Жаль, да поможет Господь Роману познать истину до суда Божия. Сергей Пупков. 1 Иоанна 2.19. То есть я им дал это письмо Роману прочитать. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось,
что не все наши. Причина какая-то, вышли, тогда узнали. А до этого и мы, говорит, не знали. Валентина Сартисон. Да и аминь. Анастасия. Дай Бог, чтобы все мирно закончилось. И его на Украине не убили и не посадили. Из какого роман города? Анастасия. Заход в группу только через фейс-контроль у Сергея Пупкова. Чтобы сразу своим фото приходил как минимум. Это, конечно, хорошо, свое фото, свое имя. Но нужно помнить, что визитки с занятиями раздаются на улице простым прохожим. И у тысячи людей вместо фото картинка и так далее. Человек решил зайти посмотреть, что там за занятия такие православные. А ему тут: «Эй, ты без фото и имени, до свидания». Думаю, нужно в виде просьбы говорить о фото. Вот это говорят, когда так, это с улицы один Диана, она же не видит никого, просто говорит, вариант такой возможен. Но тут он уже находится сколько времени, я ему скидываю раз за разом, поставь мне фамилию, какие там, покажись. Ни под каким видом, ну, еще непонятно-то. Друзья, просишься, а сам под капюшоном зарылся. И... Другое дело, на улице включился, там, это мы же можем такое предположить, но тут совсем не так. Добрый плотник, вот и ответ на вашу молитву, чтобы Господь убрал малыша. Человек сам осознал это, но под надзором земных властей придется покинуть Потеряевку. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Вот кому противиться, не шестерки, а... Всем придумали, как оправдать. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. И сейчас новый ролик мой, который у меня стоит, я его как-то пропустил мимо. Мы сидим вот здесь вот, беседуем, и он радуется. Я говорю, не будешь же жалеть-то, что приехал, потеряю, куда что, это у меня решительно до конца, до смерти. О, я говорю, все, я понял, что ты уедешь. Как начинают так люди говорить, я уже знаю. У нас было Миша Никитин, да я, да куда, да. Как только сказала, вот, так все, даже Блинникова Раиса, она ушла и вернулась. Римлянам 13 глава, 1 стих, 2. Потеряна надежда и вместе с ней участие быть причастным к самому известному златоусту наших дней, непонятным до конца современниками. Непонятым. Непонятым. Сверкая златоуст огнями, проникающими во внутренности наши, да не угаснет пламя, которого сжег Господь. То, что он обо мне пишет, все. Александр Марьясов. Мир дому вашему. Игнат Тихонович, слава Богу за все. Конечно, есть в душе некое чувство сострадания к Роману. Он талантлив в труде. А в начале первых роликов в Ютубе с вами думал, что вот действительно такой человек необходим для Потеряевки, для общины. Но, увы, все совсем не так. Я вспоминаю первые строки вашего стиха, написанного в Потеряевке в 2001 году. «Сказки вредны». Не давайте детям ваших сказок, разделите истину и ложь. Человек до выдумок так падок, пользы от неправды ни на грош. Вот эта неправда, мягко говоря, и сотворила переворот в сознании Романа. А польза теперь никому ни на грош, лишь только какой-то необъяснимо неприятный осадок. Вразуми его, Господи, возврати его сознание к благим и добрым намерениям, с каковыми он пришел к знакомству с вами. Благодарю, дорогой Игнат Тихонович, за весточку. Всегда помню с огромной благодарностью к вам. Молюсь за вас и за всех братьев и сестер всей общине. Низкий поклон. Спаси и сохрани вас Христос. Наталья Усатая. Спаси Христос. Отец Игнатий, так Господу было угодно, один без жены и детей, ложь сплошная от него. Может и осознает на Украине, что делал, кого хулил. Там на Украине будет время подумать. Не дай Господь, чтобы встретился с врагами Церкви Христовой. Последствия будут непредсказуемые. Тут спрашивает один, вот вы обедаете, а свинину можно есть или кто? Я отвечаю. Свинину никто не должен бы есть из-за ее вредности. Мы ее даже до стола не допускаем. Вот так. Ксения Юрова. Помнится, Игнат Тихонович еще в начале прошлого года, когда Роман начал говорить о плоскости Земли, вы сказали ему,
что это ничем хорошим не закончится. Понятно, все люди считают, помнят, я уже даже не знаю, где это. На что Роман ответил: «Я из Потерявки, ни ногой». Вы ответили, что эти слова явный признак, что Роман там не останется. Как так вот, интересно? Роман тогда с вами спорил и пытался доказать, что Потерявка для него единственное место для спасения, которое долго искал и наконец нашел. Так мы-то не изменились ни на молекулу. Это он все изменился-то. Очень печально, что Роман никого не послушал. Все сделал наперекосяк и потерял то, что я, по его словам, так долго искал. Да. Руслан Аббасов. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Я благодарен вам за ваш канал. Очень много чего узнал для себя. Но и в то же время на Ютубе и не только много православных священников говорят, что вы в расколе, у вас псевдо-православная секта. Как бы вы это прокомментировали? Игнатий Лапкин. Блевотина служителей лжи, то есть дьявола, не комментируется. Зачем мне возиться? Отвратительный запах. Они ничего доказать не могут, не знают и ни одного слова правильно не говорят. Игнатий Лапкин. Святая Библия не запрещает есть все, что душа принимает, в том числе и свинину. Запрет, действующий в Ветхом Завете, Левит 11 глава, в Новом Завете не действует. 1 Тимофея 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодник же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. 1 Коринфянам 10 глава 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. 1 Коринфянам 10:25. Все, что продается на торгу, есть и без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Деяния 11 глава 7 по 9 стих. И услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Деяния 15:20. «А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Христианам позволительно есть все, освящая Словом Божиим и молитвой. Но вокруг нас столько есть людей разных, и мусульман, для которых свинина запрещена. И ради того, чтобы не дать соблазна, мы не едим свинины, а некоторые не едят и вообще никакого мяса. Не потому что это грех, но ради воздержания. 1 Коринфянам 8:13. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Ну, дальше я к истинному православию. Я вот три места показал. Это объедение, пьянство, забот житейских, спаси Господи, какие страницы, и написал это из книги. Игнатия Лапкина к истинному православию. Андрей Александров. Попутно хотел попросить вас продолжить серию бесед «Во свете Библии открытым оком». Эта серия у меня была, он показал какой. Расскажите об Ездре, об апостоле Павле. Вы так много знаете о пророках и отцах церкви. Откройте для зрителей вашего канала в Ютубе Ветхий Завет. Нет, я этого делать не могу, это все уже истолковано. И есть, у меня много стоит даже у меня. И книги есть. И в книгах у меня написано, мне зачем повторять это? Никак. И при том, добавить я уже не могу.
Если вы на Царю Небесный сказали 60 проповедей, шутка ли? То сколько еще можете сказать? У вас энциклопедические знания и дар слова от Бога. 1 Коринфянам 12:8. А вы застряли на Никите и события дня. Подтяните, пожалуйста, уровень вашего канала к вашей вершине, проповеди. Выберите сами тему и раскройте ее. Ведь все так просто. Вы, книги и монолог на камеру. Не хотел вас ничем обидеть. Примите мое письмо как просьбу. И еще. Низкий вам поклон за то, что выставляете проповеди на канале. С уважением, Андрей. Слава Христу. Я выставляю, так это проповеди малая частица того, сколько проповедей. У меня там только 1000 с чем-то, а там их, может быть, в разы больше было. Тогда никто не записывал, а что записывали, так и еще не оцифровано лежит. Ну и сказать события дня не нужно никак. Проповеди готовые уже есть, это надо исполнить. А события, мы видим, какие сегодня есть люди. Я оставляю как срез истории. Вот между собой разговаривают, это очень важно и поучительное. Вот так. Проповеди вот какие, где находятся, кто хочет, может найти. Ну и показать наши ресурсы. Это вот первое, покажу мой мир. Вот как он выглядит. Другая там есть, я с голубем стою, это запасное. Это не трогать, а именно здесь. Вот брать надо. И православный форум Игнатия Лапки. Ну, 250 в среднем на форум приходит. И вдруг что-то стало расти. И вот вчера пришло 591. С чего это? А сегодня уже на 37 меньше к этому времени. Почему? Вчера то ли свободный день был или как. И вот показать надо здесь наш православный видеоканал. Теперь я показываю, сейчас поставлю на сегодня 3 части, поставил даже Златоуста, я не успеваю выставлять их, много очень материала, цифра 1, и во свете Библии, православный библейский сайт. Сколько время прошло? 27 минут. Вот, теперь мы хотя бы одну возьмем отсюда. Вчера, интересно, у меня было, я занимался вот то, что выставлено, как мы от Роспотребнадзора уходили. Посчитать. Давай-ка прочитаем одну. Создатель религиозного лагерь стана в селе Потеряевка в Алтайском крае Игнатию Тих Лапкину пришли с проверкой Роспотребнадзора и прокуратуры. Его обвинили в создании антисанитарных условий в лагере. Лапкин категорически отмел все обвинения и провел в лагере учения по действию Роспотребнадзора. Лапкина на Алтае знает давно. Многие его уважают, но некоторые считают сектантом. И вот я хотел показать, какие отзывы бывают интересные. Константин Анатольевич. Согласен, что этот сам гад врет и глазками моргает, быстро точно врет. Это когда нас поставила, она там священника из Кемерово поставили, Ударцева Евгения, они ему... А то он на себя навлек-то. Он какой позор на всю церковь-то вышел. Они здесь были, главное, у меня 4 часа с лишним, 4 с половиной часа снимали, а на 15 минут даже не хватило. То есть они материал дали, а там другие делают. Это не они монтируют-то. Такие лишь свой бизнес под видом православия защищают. Вот он отвышел такой жирный, стоит, моргает. И все заметили люди. Михаил Максютенко. Да. Лапкины – это те люди, которые заставили меня глянуть на православие с более позитивной стороны. Попы и ублюдки, церковь словно балаган. А эти люди делают прекрасные дела. Смотрите их YouTube-канал. Те ролики, что сняты просто про их жизнь. Вот так, видите, какие отзывы людей-то. Евгений Пехник. Не секта. Это, а люди просто хотят жить по-своему, а им не дают. Алена Миляева. Какой этот священник неприятный, в отличие от настоятеля православной, однозначно общины. За чиновниц вообще молчу. Ну вот, чиновники-то выступали где-то, этот, который вышел, Ударцев-то, его плюют. Как интересно у него. Алекс Мер. Да. Магазины России воняют от тухлых, испорченных, просроченных продуктов. Цены на них растут на глазах, как грибы.
Вода в городах грязная, серая, желтая. Миллионы людей ее пьют и варят еду. Никому до этого дела нет. С этим никто бороться не будет. Ведь там миллиарды людей, рублей. Провокационный фильм со злым умыслом. Хорошо заплатили, чтобы снять передачу и облить помоем людей, которые деревню на ноги поставили. Да этот хлястик на 8 минуту 15 секунды. О чем он говорит? Пусть посмотрит на ютубе, где пьяные попы вываливаются из 200-х крузера и качают права. Да и пусть про гундяя побольше узнает. Короче, не верю я и о нашей РПЦ. Все не одним миром мазаны. После Алексея II нынешний гундяй вызывает только отвращение. Ну, теперь какие ролики стоят у нас, кто если хочет, может посмотреть. Я показал ролики, там про лагерь снятые были. Вот посмотрите, сколько их. И названия роликов, и просто запечатлеть. Я их считать не буду. Но я долго собирал, вытаскивал, искать их надо было. Но нашел, сколько мог. Вот теперь посмотри. Вот еще. Это каждое название ролика и сам ролик. Вот сколько. Ну и кто-то все равно вот остановится и заинтересуется и узнает. Смотри. Это столько роликов про лагерь. И откуда остальное-то, они не знают, не видят, а просто так он их городит, что попало. Вот так. Считаю. На нашем видеоканале «Во свете Библии» открытым оком около 427 видеороликов. Около 427. Около 427 видеороликов о нашем православном детском трудовом лагере Стане в честь священномученика епископа Климента Анкирского, 312 год. Здесь выставлены оглавления около 275 роликов для ознакомления с жизнью в этом лагере Стане. Вот дальше я показываю, какие вот встречи, названия, опять дал пояснение и дальше опять гоню. Ну, эти вот синие вот эти ссылки, они ничего не дают. Люди так набирать не будут, они только по названию набирают. Ну, по названию пускай набирают. А что эти не... Они же не действуют, на них не нажмешь, они же не будут. Ну, себя не может перепечатать, если надо по-хорошему-то? Могут, но... Ну, все, и сработает сразу. По названию в основном ищут. Ну, я говорю, что я вот эти набираю, вот эти, копирую, вставляю, и все. И они по ним идут. Вот. Сколько еще это дополнительно к тому, что было. Пояснение дал. И дальше. То есть речь идет не о двух, не о трех. Так. А то я говорю, какой сайт у нас, что он означает, тоже просчитайте. Что на нем есть. Вот. О нашей деревне. И вот теперь пишет один. Посмотрите на рыло Гундяева. На все его яхты, имущества, дворцы, автомобильные парки и так далее. И все вам станет ясно, знамо, откуда корни растут. Виктория, Виктория, чего докопались до Игнатия Тихоновича? Он чего у государства просит? Он что, у государства просит? Да. Ничего. Ничего. Какого рожна? Правда. Нашел, кому дать интервью. Странно, что еще в педофилии и каннибализму не обвинили. Ну, это... Про меня они говорят, что во всем обвиняют и ничего нету. Антон, Антон, эти шакалы из власти и сраные журналюги везде залезут. Погонь, гнать их с поганой метлой. Гнать их поганой метлой. Дальше. Какой-то Андрей. Снимали 4 часа, нарезка 15 минут. Ролик заказной, просто не знаю. Кому нужно было опорочить этих людей? Храни вас Бог. РПЦ – вонючая секта гундёвская, ничего общего к православию не имеющая. Видишь, как они вызвали. Этот выступил, это они нашли его с Кемеровской епархии.
там этого Евгения Ударцева-то. И вот теперь это все они вызвали на себя через него. Это же Господь так их. Русич, о, как все плохо. Нашли, на кого травлю вести и с кем бороться. Нашли, блин, грозу и террористов, наркоманов, пьяниц. Ну, конечно, там же нет в лагере пьянства, распутства, наркомании, педофилии, гомосексуализма, матершинства, убийства, террора. А раз нет этого всего, значит, с этой общиной нужно бороться. Делать и заняться вам, ученые, государственные мужи, что ли нечем? Что ли нечем? Вопрос. Порядок полный, что ли, в стране? Нет бездомных, нет голодных. Все уже четко и гладко, да, господа? Что вы цепляетесь к нормальным, хорошим людям? Вместо того, чтобы быть хоть чем-то помочь на благо народа нашего, только мешаете. Прицепились, нет бумаг на продукты и так далее. Формалисты. Зато в государственных учреждениях, в детских домах, в домах престарелых, во всех наших школах все хорошо. В магазинах все хорошо. Народ не травится суррогатами продуктов и паленкой, и пойлом, и документы у них в порядке, а народ гибнет. Позор формалистам, государственникам. Елена Духна, ну как же не вмешаться? Ведь их первостепенная задача испортить людям жизнь. Украсть, убить и погубить. В нашем городе 24 августа купали слонов на городском пляже среди белого дня. Где был Роспотребнадзор? Эй, поп, где ты видишь смесь? Ты сам смесь, и в голове у тебя смесь. Это он сказал про нас с местом баптизма. Это... Ты говоришь, не понимая что. И вопрос, откуда ты берешь то, что говоришь? Такое впечатление, что ты с другой планеты. Тебя бы Лапкин быстро загнал туда, откуда ты вылез. Попадись ты ему на глаза. Ну и дальше не считай, кто ты. Дальше считай просто все. РПЦ со своим уставом везде лезет. В откровениях написано: «Выйди из нее, народ мой, иначе приду и истреблю. А суды начнутся с Дома Божия». Так что, кто верит в Бога, выйди из церкви православной. Ох, это все он вызвал такое. Вот один вызвал, поставили одного поганца, и он теперь всю хулу, все на ради их хулится Слово Божие. Тихоныч, Божий человек. А Женя Ударцев омерзителен и заискивающе так смотрит на интервьюера, как будто ждет конфетку или еще какое лакомство от вопрошателей. Бог вам всем судья. Спаси Христос. Снимали одно, а смонтировали как надо каналу. Ударцев, видимо, не в курсе учения о рождении свыше. Ага. Лишний раз убеждаешь, что все заигрывания со свободой совести надо заканчивать официально признать РПЦ государственной религией. А все прочее изводить под корень и неуклонно прививать гражданам материалистические мировоззрения. Это все от этого одного нашли негодяя. Это он все вызвал. В деревне Потеряевка на Алтае уже 10 лет действует детский православный лагерь «Стан». Да, 10 лет. 45! Но в этом году после трагедии в Карелии, где утонули 14 подростков, в лагерь зачастили проверки милиции, Роспотребнадзора, пожарного надзора и других органов. И руководству лагеря пришлось научить детей прятаться инспекторша. Еще бы разрешение на солнце, воздух и тень попросила. Ну, главное, показывает детей в лагере. Приехали машины, вот такие, как Рафик-то, в автобус посадили, а там солнце печет, и до вечера, говорят, они там и сидели. Ну, а мы не дали детей, они не прикоснулись к одному ребенку-то. Почему они так ухватились за наши ролики-то? Потому что никто этого не делал. А мы все это предвосхитили дальше. Правильно он говорит. Правильно он все говорит. Законы сейчас только для обогащения олигархов. Для бедного народа и детей ничего не сделали. И написал олигарх, а это крокодил называется, аллигатор. Володя Шарапов, где ты живешь? Дед молодец. Детям учит чистоте. Да. Это наше будущее. А не те, кто вырос на Том и Джерри. Это мультик такой есть. Да. В городе молоко продают настоящее. Дышат люди чистым воздухом в городах. Законы кто придумал? Я бы с удовольствием переехала к ним жить, но обстоятельства не позволяют.
Русский народ – это христиане и жить должны по вере христиан, а не приезжих из ближних государств со своим уставом. Кто допустил в Россию такое количество мусульман? Нужны ли нам они в России? Однако, как интересно, суммарный маразм с обеих сторон зашкаливает. Но моя симпатия на стороне организаторов лагеря. Один бородатый ближе к здравомыслию, чем все проверяющие чиновники, ссылающиеся на оторванные от жизни документы и правила. Дети Божии, водоем Божий, что еще надо? Разрешение. При этом очень показательна позиция ряда комментаторов, исповедующих своеобразный религиозный культ «Украина». Яростное возмущение, уничижительные комментарии и своеобразный терминологический массив явно свидетельствуют в пользу того, что видео содержит стоящую информацию и имеет положительную коннотацию в ряде аспектов. О, какой грамотный человек зашел-то. Например, ссылки злобствующих комментаторов на то, что дети живут в глинобитных хижинах, говорят нам о том, что некоторые люди завидуют тому, что в России люди могут позволить себе и своим детям продолжительный отдых на природе. Слава Христу! В простых условиях, которые помогают детям адаптироваться к любым обстоятельствам жизни, которые могут их ожидать, в том числе и такие непростые. Очевидно, что болезненные испытания, от которых не застрахован ни один человек ни в одной стране мира, дети с опытом жизни на природе в естественной среде перенесут легче, чем их изнеженные сверстники с атрофированным чувством опасности, не способные просчитывать риски, такие простые, как купание в неподготовленном водоеме. Они свою жизнь сами выбрали, пусть живут как им удобно. Зато у них все честно и открыто, нет лжи и коррупции. Или все действительно думают, что слуги народа, Роспотребнадзор, пришли именно помочь людям и предложить им способы решения выявленных несоответствий? Это 110 тысяч их там. Конечно, нет. Они пришли показать видимость своей работы за деньгами для себя любимых. Почему пришли сейчас? Когда все у людей есть, хозяйство, скот и быт, и их система управления. Почему не пришли, когда нужна была помощь? Когда не было домов и всего остального? Хороший лагерь. Здесь они получат знания такие, что никакой другой мирской не даст им. Никогда. Абсолютно точно. Никогда. Я знаю лагеря, был, и никто не занимается. После просмотра остается вопрос. А кто это все снимал? Очень качественно снято для тех, кто бегает от госорганов. А сами госорганы это снять не могли. Им это все не стали бы демонстрировать, тем более на камеру. Ну, вот о чем нападает, я под каким роликом взял, хочу показать ролик хотя бы один, ну, чтобы видно было. Ну, вот, допустим, так и называется. Выключи, пиши побольше. Колокол тревога. 5 раз. Что в это время делать? Кто бы не был старше, если воспитателей никого нету, направление вот такое. Все данного ребенка обязаны бежать бегом вот к этим воротам. Дальше проходите по футбольному полю, вот там строения, которые стоят, за строение, и вас уводят. Вот на нас напали. Вот они приходят и разговаривают. Дежурный один. Ему задание простое. Молиться, стоять и не разговаривать. Допрашивайте его. Где начальник лагеря? Кто у вас тут главный вообще? Мужчина, вы будете с нами разговаривать? Ну, глухонемой явно, да? Дальше. Реальная проверка. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Игнатий Тихонович найти? Полиция, участковый. Здравствуйте. Что это моя фамилия? Добрый день. Разговариваете? Да. Скорую вызвать. Скорую, говорит, вызвать, не разговаривать. Теперь зашли сами, все фотографируют. Да. Это лагерь или нет?
Не знаю, это лагерь или нет. Заглядывает туда, стучит. Там ничего нету. Там оборудование. Проверка, никого не нашла. Поехали. Поплыли, поднялся ветер, 14 детей утонуло. Да говорят, еще не всех нашли. Сейчас проверка будет. Президент дал указание проверить все лагеря, к нам обязательно приедут. Только проговорил они, вот они. Полиция Шевченко. Добрый день. Сергей Геннадьевич. Здравствуйте. О проведении проверки в связи с поручением полномочного представителя президента Российской Федерации. Скажите, а вот канализование у вас как? Получено тогда, когда у них Хорошо. А у вас ребятки купаются? У вас разрешение есть? На купание? А какое разрешение? Мы выдаем, вы уже дети, вы уже у кого-то разрешение. Так, давайте наш лозунг. Внимание. Россия должна стать! Россия – это мы! Вот и все. Теперь бери их. За рубль 20. Я не подписываю. Вы, пожалуйста, это учитываешь. Я просто не подписываю, все. Не согласен, не согласен, даже не говори. Я открыл все двери вам. Скажите, а подпись отказался? Ну, это вам не разрешим. Вы должны жить по нашим нормам. Так ваши нормы составлены под ваши миллиарды, которые вы наворовали-то. Роснадзор выполняет заказ антихриста сегодня. Сумки с водой, с едой, и мы уходим совершенно вон в те леса. И туда уйдем. Там у них тут блага, знаем, где-то очень хорошее схроны можно сделать, скрыться. С той стороны, где угодно, и не проехать, и не найти. Это против народа все правила делать, а вы сами своим послушанием на стрим это. Я не знаю, посещений сколько здесь. Это это поставили. Нет, это не этот. Это не тот, да. А, не тот. А там десятки тысяч посещений. Ну, вот такое дело. Все на сегодня. Показать, кто у нас тут помогал, считал. Это Владимир Александрович Пащенко. Вот, сейчас я займусь голубями. Прогулку даем. Надежда Васильевна, наш единственный слушатель, зритель.